Витя Б. Рукожоп опять все сломал. Цветок! Цветок жрет пельмень! Ага. Привет, Витек здесь, это Колеса. Возможно, последний выпуск, потому что, судя по всему, количество уровней предложенных заканчивается у меня в этом выпуске. Ну ладно, посмотрим. Это, ребята, Without Z Plugin Edition Happy Wheels. Это не просто так, это Колеса без флеша. Ну ладно, все уже об этом знают давным-давно. Дедок, Чатик, Цветок здесь, Витек, конечно же. Хотя какой Витек, я же Олег. Ну ладно. И, конечно, особый друг. Особый друг сегодня у меня, вы не поверите. Он хрустит. Он летит, хрустит. О! Пакет. Но это не просто пакет. Это бумажный пакет, в котором лежит свекла. Дамы и господа, да, у меня есть свекла рядом с компьютером. Скажете, зачем? Не знаю. Вот, свекла. Мне кажется, этой свекле пора умирать. Тут немного плесени на ней. Это очень старая свекла. Окей, обе. Пакет свеклы, да. Не спрашивайте меня, почему. Он довольно долго здесь стоит, я просто вам раньше его не показывал. Ну, у меня и так много разных друзей постоянно появляется. Это буряк. Это буряк, господа. Не знаю, кто такой буряк. Возьму, буряк — это человек, который живет в Бурякии. Ну, либо тот, который любит бурить. Он буряк. Буряк, блин. Какое смешное слово. Ладно. О чем это мы? Все, те, кто приходит каждый раз посмотреть, что у меня там за особый друг, могут уходить. Ну, только лайк поставьте. А мы пойдем сейчас колесики играть. Sad Mask for VP. Говорит, поиграй-ка ты в уровень блок флип. Кидание блоков. Что случилось, если ты кидаешь бутылки на блоки, но блоки на бутылки? А, не бутылки на блоки, а блоки на бутылки. Йо. Нифига себе. Давай попробуем. Почти MLG, наискосочный MLG, ребят. Только я этот блок так неудачно поставил, что теперь возможны проблемы. Я не смогу выбить MLG. Блин. Витя Б. Рукожоп опять все сломал. Да как так-то? Ну на третьем же блоке взял, все сломал. Да как у тебя это получается-то? Классика. Просто классика. Извини, я не смог. Не смог. Ой, я забыл поставить. Я бы 5 поставил. Давай, дамплинг-симулятор. Кто такой дамплинг? Боже мой, тут целый кусок текста. Однажды какая-то фея была, и она села на палочку. А, у нее была палочка. Это пельмени. А, дамплинги — это пельмени, ребята. Нажми пробел, чтобы двигаться. Я пельмешка. Симулятор пельменей. О, да здесь секретка есть. О, я попал в вонючую пельмешку. Это та самая пельмешка, которая лежала вместе с моей свеклой. И стала вонючей, судя по всему. Блин, я-то надеялся, что там цветочки и все такое. Пельмешка катится по вилочке. В сметаночку окунулась. Сальцой, как говорится, припудрилась. Перчик облизнула бочком. Увидела пару восклицательных знаков. Увернулась от одной вилки. Нет, не увернулась. Нет, она не увернулась от вилки. Катись, катись. Пельмень. Брум-бум-брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум. О, черт, кажется, у моего пельменя сломалась шея. Кто скажет, где у пельменя шея? Да господи, я опять застрял. Бабушка, я опять летал во сне. И мне снились пельмени, которые застревают между вилкой и сметаной. Что происходит вообще? Почему не работает ничего? А, шея у пельмени там же, где и голова, мне подсказывают. Идеально, ты умеешь отвечать на странные вопросы? Я беру тебя в министерство по ответу на странные вопросы зрителей. Так, а можно увернуться от вилки, просто тупо не... Хопа. Ага, надо проехать вперед, понял. А! А! Нога! Что это? Не нога? Что это такое? А!
Что-то упало. Это что? Это ложка, которая меня в рот, что ли, хочет запихнуть? Сергей Есенин, первый том. Пельмень-то высоко пошел. Пошел по классике, как говорится, да? Джон Толкин, Властелин колец. Цветок! Цветок жрет пельмень! Ну-ка давай, цветок, откуси пельмень. Хорошо, пельмень. Вкусный пельмень, сказал цветок. Я падаю. Нет, я недалеко падаю. Так, катим, катим дальше. Запахло песней. Какая милота. Блин, я сбежал, кричит пельмень. Я сбежал. О, боже, просто шикардос. Петюня. Это было очень круто. Тим БК. Снова в строю. Тривия. Витя Пати 2. Парам-пам. Подъем. А, ты не спишь? Неважно, приготовься умирать. Добро пожаловать в Тривия Витя Пати. И я ее несравненный ведущий Диким. Тебе нравится, как я покрасил стены? Эта краска называется цвет кожи задрота. Образец брали с меня. Я не вижу цвет стены, если честно. Они для меня белые. Хотя, может быть, это и есть цвет кожи задрота. Какая знакомая мордашка? Я случайно не причащал тебя раньше? Отвечаешь правильно, проходишь дальше. Отвечаешь неправильно, отправляешься в подвал. Думаю, ты все поймешь по ходу. Пора начинать. Первый вопрос. Боже мой, сколько текста, а? Я читаю больше, чем играю. Многие говорят, что эта игра похожа на смертельную вечеринку. Ой, лично мне она уже надоела. На стримах по джекбоксу только в нее все время играют. Хотя местный Тамада самый интересный персонаж. Вопрос первый. Что обещал подарить ведущий смертельной вечеринки победителю своего конкурса на одном из стримов? Пластинку, кассету, диск, дискету. Кассету. Па-па-па-ра-пау. Увы, слабое звено. Хе-хе. Ну ничего, это только начало. Второй вопрос. Смехлыст, смехлыст. У меня дефицит шуток про маяк третьей степени. Кто придумал писать на деталях от Икеи осторожно, возможно, обоссанное? О-о-о, так. Ну точно не Немо Лепеха. Он бы до такого не додумался. Дио? Это был Дио? Дио! Это правда Дио? Дио! Третий вопрос. На плече твоем сижу, за игрой твоей слежу. Я души людской знаток, я упоротый цветок. Да, представляю, что думают о песнях этой группы люди, которые не в теме. Какой строчки не было в той песне? По-моему, маяк высокий с валунами. Через экран жирают души? Или души жирают через экран? Погоди, что за песня? Вы не видели песню «Упоротый цветок», ребят, срочно в плейлист с реакциями и смотреть. Виктор Реактор называется мой плейлист с реакциями. Снимаю по ночам колеса, там было. И меня смотрят миллионы, было. А вот был ли там маяк высокий с валунами, я не помню. Через экран сжираю души. Наверное, тоже было, я же жрал там души. Скорее всего, маяк. Нет! Нет! И снова подвал смерти. Все-таки души не было, да? Мы собираемся сыграть в мою любимую игру про отрезание пальцев. Просто выбираем, какой пальчик отрезаем. Четвертый. Эй, ты в порядке? Сколько пальцев я показываю? Я что-то прыгать не могу или что? А, не могу. И что, теперь реально четвертого варианта не будет нигде? Во. Наверное, все-таки про душу, да? Четвертый вопрос. Кто делал этот уровень? Дайте ему Оскар и отберите у него все, под чем он это делал. Реально крестик поставили, смотри. Во время прохождения какой игры Витьком была сказана эта фраза? Не люблю, когда шатается, надо, чтоб стояло. Девчонки меня поймут. Наверное, Tricky Towers? Блин, это в любой могло быть. Нет. Bridge Constructor.
World of Goo? Я не помню. World of Goo, наверное, да? Да, World of Goo. Я тогда еще был совсем пошлый. Сейчас-то я уже немножко это повзрослел. Сейчас мне 42. Стас, мне плоско. Многие фразы Вити можно использовать в повседневной жизни. Жаль, что он так и не допрошел последнюю часть Вивихи. Стас, мне плоско. Я не помню этой фразы. Я как будто сейчас... Какая ржака. Стас, мне плоско. Кто-нибудь еще помнит, как называлась эта третья часть? Vivi Together, по-моему, она называлась. Да. Стас, мне плоско. Когда Витёк горит ярко. Кстати, мне так и не сказал никто, из какого это видео было. Про Витёк горит ярко. Я до сих пор в неведении. Слушай, мне тут пиццу наконец привезли. Не мог бы ты по-быренькому умереть, а то мне перед доставщиком неловко будет. Ты уже близок к выходу, но сбежать отсюда все еще надо. Да пошло оно все. Давай просто сыграем в Pogo Fight. А, нифига себе, берегись, я натравил на тебя величайшие силы планеты. Бомж Валера. Валера, когда ты успел-то... Тебе что, опять зарплату не дают? Анита. Анита. Пятый Г. Пятый Г, это который мне иногда донаты присылает всем классом. Так... Может быть, это тот самый пятый Г из Little Nightmares 2, который, помните, они там в столовой. Ё-моё, это кто такой? Профессиональный хейтер. Чёрт. Тут опасный хейтер-то, на самом деле, надо его перепрыгивать. Боже мой, чё я творю? Фу ты, блин. Ну, конечно, прикольно было бы посмотреть и все подвалы смерти, но это слишком много времени займет. Мы уже достаточно посвятили этому уровню. Что тут? Это подвал смерти. Король от руна нас напали, хватай меч своей задницы, после чего коснись красной зоны и можешь уйти. Погоди, погоди, погоди. Да что ж такое-то? Прикольный подвал смерти, кстати. Можно было меч не забирать. Подвал смерти короля Артура. Ну ладно, раз я еще живой, давай следующую посмотрим. Добро пожаловать. Так, тебе нужно всего лишь правильно выбрать. Вот только предмет, который ты выберешь, прилетит прямо в тебя. Все в твоих руках, как говорил мой бывший психолог. Изи вообще. А открыть проход нет, а не надо, что ли? Кукубрита. Здесь вообще невозможно выйти. Кукубрита там какая-то случилась. А, кукубрита, выпустите. Замуровали. О, нормально. Вышел. Ну-ка, третий вопрос, давай неправильно ответим. А, это я уже отвечу. Нет, через экран сжираю душу тоже неправильно. Что за фигня? Что там не было-то? Меня смотрят миллионы, что ли? Ребята, мы все поошибались тут. Так, давай, Tricky Towers. Воу, нормально здесь. Дыши глубже, мы в подвале смерти. Все ставки сделаны, 3 заряжены, 3 холосты. Все правильно, мой друг, мы собираемся сыграть в русскую рулетку на гарпунах. Ха-тьфу. Да что, все провалилось, жми на одну из кнопок. Ну, типа, я выиграл, да? Ну, я сразу и прыгнул, и нажал. Слушай, здесь можно по смертельным этим, как его, подвалам нормально пройти, судя по всему. Так, ну давай здесь тут нажимаем. Ёлки-палки. А тот момент, когда написал 2000 слов, а потом понял, что забыл переключить раскладку. Хотя можно научиться быстро переводить. А что хотел сказать такой человек, что мне с тобой сделать? Твою налево. Неправильно. Развод был. Ну ладно, молодец.
Ягодка ВП говорит, сыграй уровень Green Pogo Fight. А я разве не играл? А 4 февраля? Офига себе, ты плодишь уровни. Плодитель уровней. Green Pogo Fight. Что-то все зелененькое. Я вижу дырку, я туда лезу. Я же Витек. Я не могу иначе. Это было странно. Это было очень странно. Ладно, зеленый человечек. Плохой зеленый человечек. Я в такое, по-моему, не играл. Погофайты у нас были в прошлом уровне. Точнее, в прошлом выпуске. Там были лютые погофайты. Там такая ржака была, я помню. Человек с зеленой футболкой. То есть все, что зеленое, здесь будет. Там даже есть арбуз. Он же зеленый. Зеленый арбуз. Логично, черт побери, но как арбуз взял себе оружие в руки, я не понял. А, у него рук-то и нету. Нет, 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 пацан! Пацан, зачем? Ну можно было просто обсудить это. Карате пацан. А можно как-то? О, спасибо. Катана сама выложилась. Я как раз хотел ее попросить выйти из меня. А где? А, все, сработало. Ну, довольно миленько, ну, как-то средненько, даже так скажу. Автор — счастливая картошка. Явно русский. И не спрашивайте, как я догадался. Ну, по крайней мере, русскоговорящий. There is no level, говорит, сыграй. Здесь нет уровня. За кого играть? А, пофиг за кого, да? Привет, игрок. Здесь нет уровня. А, здесь надо двигаться. Тогда я возьму велосипедиста. Нужно читать. Погоди, а что сзади? Приват. Что за приват? Супер приват. Мега приват. Чё? Вообще приват это... Ну, ну ладно. Не будем уточнять. Гася там разложился на много маленьких кусочков. То есть пролезть в приват. Гигаприват. Чем он вообще? Very супер мега гигаприват. Че происходит? Дайте пройти, пожалуйста. Ёпарасота, нифига себе я попал. Пошалка. А как я мог туда как-то еще повернуть? Прикинь, там пасхалка куда-то тут. О-о-о! Не, я туда не пойду. Я туда не пойду. Так, пожалуйста, уйди, выйди. Окей, игрок, прыгай. В смысле, прыгай. Что происходит? Мне кажется, это не под велосипед сделано. Че, как ты сюда попал вообще? Спрашивает меня игра. Что я играю такое? Какого лешего здесь происходит? Вообще ничего не понятно. Почему какие-то треугольники вращаются, какие-то нет? Это почему-то влево только хочет вращаться. А, моя рука. Я не могу просочиться вниз. Как мне это сделать? Видимо, нужно отцепиться от велосипеда и нырнуть. Ага. А как дальше-то? Че такое вообще? Убейте! Автор артист арт. Арт УЦ. Для Витек Плей. Подписывайтесь на Витек Плей, кстати. И лайки ставьте. Надеюсь, тебе понравится. Привет, Витя. Извиняюсь за кривизну линий. А! Пошалки нет, но вы держитесь. Понял, за что держаться. Как эта жижка у меня под ногами. Очень странно. А что там еще было написано? Я правда очень старался. Где-то я уже это видел. Зритель, поставь лайк. Ну, вообще миленько. Но где-то... С чего-то ты это срисовывал. Я помню, где-то я видел оригинал. Что там у нас еще по уровням? У меня тут осталось совершенно чуть-чуть.
Надо добивать всех. Артём Жижи говорит, my first level, поиграй. Мой перв уровень. Вот он, ленивый засранец. Он даже сократил слово первый. Первый. Понимаете, он сократил слово первый. Он не написал две буквы. Что за лень у тебя, человек? Стена. Почему они все на меня прыгают? Мак стекла. Мак стекла. Вот это ник. Для первого уровня неплохо, кстати. Мак стекла. Первый раз слышу такое. Чикачурчик какой-то. Yellow Pogo Fight для ВП. С пошалкой. Первый левел. Лови. Пошалка в чем? Потому что он ловит. Очень странная пошалка, вообще не ко мне, по-моему. Первоклашка. Сын маминой подруги. Опа! Какой топор волшебный. Вас 30, а я одна. Это училка злая, да? Как я топор поставил, интересно. Алкаш Валера. Почему Валера-то алкаш-то все время? Валер, тебя с каждым уровнем все ниже и ниже по социальной лестнице опускают. Что происходит-то, Валер? А все в порядке? Красиво прыгаю. Валера вообще не спит еще. Училка по алгебре. А! Боже мой, а кто мне в грудь-то топор засунул? Мамка! Мамка. Чё там все попадали, а? Лаги киберпанка. Лаги киберпанка, там были лаги киберпанка, пацаны. Отсылочка. Я застрял в детях, но окей. Я увидел то, что хотел, ребят. Здесь были лаги киберпанка. Я не знаю, это тёзка, ничего не знаю. Про тебя же рассказ идет. Печенька, Escape from Prison. Побег из тюрьмы. Ты убил мою жену. Теперь ты просидишь здесь. Беги, мужик, я его вырубил. Начало просто супер. Видишь, лайк и Вити не поставил. Теперь сижу. Ты думал сбежать, запомни. Ты не выберешься отсюда. Хотите продолжение? В смысле, не выберусь, я все могу. Боже, какая угарная фигня. Я впервые дошел до конца предложки в группе в своей. Ёлки-палки, это впервые произошло. Примасик Creation говорит, уровень пиксель арт. 7000 деталей. Делал 5 часов. Вау. Боже мой, дайте мне это развидеть. Какая, блин, дичь. Это что за крокодил твою налево? Ты че? Ты 5 часов рисовал вот это? Похоже, это похоже на меня. Да ты что сейчас сказал-то вообще такое? Да тут надо этого экзорциста вызывать, который... Не, ну ты видел, ты видел! Блин! Чё за вор, а? Одно лицо. Да, Витю и там, и тут передают. Ага, я плачу. Я просто плачу. Какой-то сверхугарный выпуск получился. Да как так-то? Рейтинг за свик, погнали. Текст стран. Вот что случается, когда тебя настигает эта скука.
Ха-ха-ха, слушай, реально, можно по тексту ехать. Чуть-чуть не наехал, так нечестно. Давай полетим. Разок. Давай. Есть! Rainbow Spike Fall. Вот, для цветка должно быть. Поехали. Цветок передал информацию. Надеюсь, вы все поняли. О, смотри, с днем Святого Валентина. Сейчас какая дичь будет точно. И что надо сделать? Дампинг-симулятор, смотрите, здесь сидит. Роупсвинг! Уху! Нормально, прикинь, я даже со старта... Вау, какие штуки красивые. Я прям со старта начал играть, а он такой сложный еще. А, нифига себе, тут вообще жесть в конце. Ну ладно, финиш увидел, победил. Короткий, велосипедный, don't move. Вот это нормальный уровень должен быть, я уверен. А в чем суть? Управляй машиной. Надеюсь, тебе понравилось. Beta options. Так, можно музыку включить. Фига себе. Вот это нормально я навернул для старта, да? Джин-джин-джин-джин-джин. Hill Climb Racing. Здесь текст. Так, поперли. Слушай, я что-то такое вроде играл, да? Такое оно недоделанное было. А здесь уже прям по крутости покруче стало. Как вот только вот это проехать, я что-то не понял. Я застрял. Лютые лаги начались. О, я в прошлый раз вот здесь же и умер, да? На чем-то подобном. Блин. Не умеешь ты уровни делать. Не делай. Ха. Я люблю паровозики. О, смотри, какой бутылочек. Родилось. Ту-ту! Чу-чу-чу-чу. Как там эта песня из Томаса? Ту-туру-туру-туру-ту. Ту-ту-туру-туру-ту. Ту-т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 у. Надеюсь, я правильную песенку спел. Я ее слышал пару раз. Боже мой, ребят, походу дело Happy Wheels сдулся. В лучшем за неделю ничего хорошего нету. Ну хоть подписчики радуют, уровни накидывают. Но я полностью прошел уже все, что было в моей теме накидано. Я уже честно не знаю, что делать дальше. Может быть, ребята, станется так, что нужно будет что подождать, пока еще уровни кто-то сделает. И тупо игра только в подписчицкие. Никогда не думал, что когда-то придет такой момент, когда не во что будет играть в колесах. Ну что поделать. Ладно, давайте на такой вот философской ноте закончим. Спасибо за то, что досмотрели до конца. Хоть это выпуск... Ну не то, что он точно не последний, но видать с перерывом уже от следующего будет. Так что готовьтесь к этому. Но он был клевый. Это был угарный выпуск, это... Очень хороший, качественный выпуск, хоть и крайний на данный момент, но крутой. Это мне нравится. Это я рад, что так получилось. Что не получилось, что я закончил на каком-то унылом говне. Да? Все. Лайк ставьте, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Всем пока.